Після кількох днів гострих дебатів та сотень поправок Верховна Рада прийняла закон, який офіційно називають законом про деокупацію. Про його можливі наслідки, а також про ситуацію на окупованих територіях говоритимемо сьогодні. Це вечірній тепловізор. Мене звуть Тарас Мокляк. І сьогодні в нас в гостях головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. Пане Сергій, добрий вечір. Добрий вечір. Я знаю, що ви ознайомилися, власне, з законом. Що цікавого ви в ньому побачили, нового, основоположного, і чи допоможе він насправді відновити контроль над окупованими територіями? Ну, я би сказав, что главное в этом законе даже не его содержание, а сам факт того, что его приняли. И это показатель, собственно, скажем так, геополитических изменений вот конфликту в Украине, конфликту между Россией и Украиной. Я считаю, что если бы Соединенные Штаты, скажем так, не хотели принять этого закона, он бы не был принят. И, собственно, до этого, когда они не хотели, его и не принимали, и он постоянно откладывался. Но то, что Соединенные Штаты были вовлечены в прямую, напрямую переговоры с Россией, ну, в лице Волкера, который общался с Сурковым постоянно. То, что Россия фактически заблокировала инициативу мирного разрешения США по введению миротворцев, и таким образом как бы давалась возможность реализовать Минские соглашения в варианте российском, кстати, политическую часть, но при этом прекратить конфликт. Вот Сурков понял, что, Волкер понял, что, да, что России не нужен мир. Даже такой ценой. Поэтому был послан такой сигнал, тем более, что фактически на предстоящие, в ближайшие дни, то есть как раз вот состоится очередная встреча между Волкером и Сурковым, и России уже придется играть в новых реалиях. То есть мы как бы расставили, это не противоречит Минским соглашениям, но мы уже не даем России, как она сейчас позиционирует себя, миротворцем, там, третьей стороной, посредником. Мы вот не даем ей играть вот эту карту посредничества. Она уже все-таки нами названа стороной конфликта. И вот это действительно серьезно меняет ситуацию. Ну а сам закон, главное, что там действительно названа Россия оккупантом, названы территории оккупированными, да, агрессором, да, оккупированными. Есть, скажем, несколько абзацев, гарантирующих, все-таки разъясняющих жителям тех территорий, что они не являются врагами Украины, даются им определенные гарантии тем, кто не участвует именно в вооруженных формированиях. Поэтому при всех негативах, которые там можно усмотреть в расширении полномочий президента, закон я считаю все-таки позитивным. Ну, дай бог, чтобы он, скажем, выполнялся, потому что у нас много очень законов не выполняется, хотя и принимаются. Ну, иногда это плюс, кстати, поскольку мы помним, что совсем недавно, вот в октябре, на год, опять же, законом Верховной Рады был продлен особый статус Донбасса. Вот как вот это будет соотноситься? Между собой. Да, мне, честно говоря, трудно сейчас сказать, это надо еще отдельно анализировать. Я думаю, что наши народные обранцы из этой ситуации смогут найти выход и пояснить, они точно смогут все. Еще интересно, що за цим законопроектом на Росію покладено відповідальність за життєзабезпечення окупованих міст і сіл. І Путін, в свою чергу, скликав Раду безпеки Російської Федерації у відповідь на прийнятий закон. Про що це свідчить, на вашу думку? Это говорит о том, что Россия не была готова к такому развитию событий. Это говорит о том, что Россия понимает, что геополитический мяч не на ее стороне сейчас. Это, наверное, впервые, кстати, вот за 4 года войны такая ситуация возникла. Когда и США артикулировали свою позицию, и Украина ее артикулировали. Поэтому, да, для Путина многое меняется. Вот для Украины, честно говоря, особо, может, и не меняется, поскольку Минским соглашением мы их и так не выполняем. И Россия их не выполняла, но мы и не могли их выполнять, в принципе. Поэтому мы и дальше будем говорить, что мы приверженцы Минских соглашений, но выполнять их уже невозможно практически. Россия, да, она будет, и дальше будет говорить, что Украина не выполняет Минские соглашения, но поскольку она сама их не будет выполнять, то будут сохраняться санкции в отношении России. То есть это ужесточение. И мы чекаем лютневый пакет санкций из Соединенных Штатов. Ну, он, может, и не был связан именно с нашим законом так называемой реинтеграции, скажем так. Но, конечно, это будет, да, это, скажем, одна из цепей вот этой ужесточения политики. Опять же, не всего Запада, к сожалению. То есть Брюссель здесь стоит отдельно, да. Но Соединенные Штаты показали, артикулировали свою позицию. Що, на вашу думку, вплинуло на позицію Волкера і Сполучених Штатів загалом? Розуміння?
Абсолютно, да. Ми також знаємо достатньо цікаво, в Ірані розвивається російсько-американське протистояння. Будемо слідкувати за цими всіма процесами. Ще хотілося би пригадати заяву Лаврова стосовно врегулювання ситуації на Донбасі і миротворців. Зокрема, вона постійно змінюється, ця позиція. Зараз вони вже начебто не проти введення миротворців на всю окуповану територію і навіть на лінію, на сам кордон. Як ми знаємо, традиційно за цими заявами ховаються якісь підводні камені. В чому суть цього разу? Ну, чесно говоря, може бути, я щось пропустив, я не слышав о такому заявленні. Да. Я слышав заявлення похоже, но там он говорил очень существенную вещь, что они все-таки должны выполнять роль охраны ОБСЕ, миссии ОБСЕ, которая в том числе может быть допущена и до границы, да, до российско-украинской границы. Если мы говорим об одном заявлении, да, то, да, в принципе, да, это ничего не меняет, поскольку нам нужны не охранники ОБСЕ. Нам потребнее, да, самое. Нам нужна реальная сила, которая сможет закрыть эту границу и прекратить поставки на Донбасс оружия, боевиков и всего прочего, скажем, того, что не должно поступать на территорию Украины. Поэтому заява Лаврова – это просто очередные манипуляции словами. С пистолетами против градов это достаточно комично, насправді. Ну, да, и давайте не забывать, сколько там все-таки этих представителей ОБСЕ, то есть… Нам по малейшим подсчетам, только для того, чтобы закрыть вот эту территорию, нужно не меньше 20 000 миротворцев. Это минимум. Если брать оптимальную цифру, которую, кстати, в нашем методе посчитали, то там 60 должно быть тысяч. А как вы оцениваете взагалі вот деятельность миротворчую, она так называется, миротворчая миссия ОБСЕ на Донбассе? Складывается впечатление, что их гоняют там, как хотят, эти террористы? Ну, они и не называются миротворческой миссией, они называются наблюдательной миссией. То есть, да, их задача просто наблюдать, они не вмешиваются. Они наблюдают за тем, как их гоняют. Да, они просто мониторят ситуацию, позиционируют себя как непредвзятые, взятая третья сторона, в принципе, они справляются с этой задачей, на мой взгляд. Хотя, всегда, когда объективно себя показывают, да, обе стороны недовольны. Украина в какой-то степени недовольна их работой, и ДНР, ЛНР не просто недовольны, они уже их начинают, здесь, как вы говорите, гонять. По полной программе. Да, и провокации различные осуществляются, в том числе погиб человек в результате этой провокации. Поэтому им там тоже не сладко. Но другое дело, что все-таки их деятельность должна быть направлена каким-то образом на разрешение конфликта. То есть, если они хотят просто фиксировать факты, да, и рассказывать о них миру, нужно, чтобы мир их еще услышал и все-таки захотел как-то закончить это все. Я с вами погоджуюсь тут абсолютно. И також цікаво, розуміти, що відбувається в свідомості мешканців самих окупованих територій, оскільки це добре, безперечно, що ми приймаємо відповідні нормативно-правові акти, але в той же час неможливо, як ми з вами неодноразово говорили, на наших ефірах, в тому числі, реінтегрувати ці території без, скажімо, ментальної, інформаційної реінтеграції їх мешканців. Як ви оцінюєте, впродовж ось цих 4 років інформаційний вплив український на окупованих територіях? Вы знаете, если говорить о средствах массовой информации, то он, конечно, очень слабый, и технически он был невозможен. Сейчас как-то ситуация налаживается, но сейчас мы уже говорим о том, что контент все-таки не подготовлен для вещания на территорию, где, прямо нужно говорить, есть психологическая травма фактически. Это обязательно нужно учитывать. Но, знаете, есть позитивный момент, когда на прошлой неделе отключили там последнего оператора мобильной связи Vodafone, и люди начали возмущаться, реально возмущаться. И это вызвало, наверное, наибольшее за 4 года возмущение людей, вообще социальная напряженность в этом регионе. Это показало, что на самом деле ментально мы не оторваны от них. И они от нас не оторваны. Мы по-прежнему живем все в одном пространстве фактически. И даже то, что их пропаганда постоянно говорит об Украине, она же их не выбрасывает из информационного пространства Украину. Она постоянно об Украине говорит только плохо. Ну а люди, которые перемещаются туда-сюда, они видят, что не так уж все плохо, да, в принципе.
Поэтому ну, я вижу большой позитивный сигнал. Вот именно вот эта ситуация с МТС, с Водафоном, она показала, что мы все-таки одна страна, один народ и одно информационное, в том числе, пространство. Поэтому есть свои плюсы и минусы. За умови посилення інформаційного впливу в медійного на мешканців цих територій, підготовка спеціального гібридного, скажімо, навіть контенту, процес і тим значно краще. Ну, я би не називав цей контент гібридним. Я би просто хотів, щоб в цьому контенті учитувалася іменно потребності жителів цього регіону. Тобто, може бути не так інтересно якісь шоу, які у нас проходять, або політичні скандали. Їм потрібно знати, як вони там живуть. Поскольку у них нет фактически журналистики, у них нет СМИ, у них только органы пропаганды. У них вообще, вот я абсолютно ну, честно и ответственно заявляю, поскольку я мониторю их не СМИ, за 4 года я не видел ни одного критического материала ну, в средствах массовой информации в отношении властей этих республик. Потому что нема кого, кому робити це? Потому что люди боятся это делать. А, в отношении что... властей республик? Да, этих, да, республик так называемых. Люди боятся там критиковать. Они из своих СМИ не знают, не получают информацию о том, как они живут. Звичайно, но под дулами автоматов журналистика да. Така собі выходит. Поэтому для них очень важно, чтобы они получали из Украины информацию в первую очередь не об Украине, а в первую очередь о том, как они про там живут. Да, что у них происходит. Вот это для них важно. И чем вот это вы мы занимаетесь, пока еще не учитываем. Справа. Ну, мы пытаемся это делать, да, конечно, но мы голос, скажем, вопиющий. А мешканцам оккупированных территорий цікаво, как в Российской Федерации люди живут? Я думаю, в первую очередь все-таки интересно, как они живут. Вот. Во вторую очередь, как живет Украина. А насчет России, у них перебор просто информации насчет России, потому что российских СМИ там как раз очень Але много, такой... и все в порядке. Там. Ну, у мене в контексті тому, що, знаєте, багато людей на окупованих територіях, це ні для кого не секрет, розраховували в 2014 році на такий кримський собі сценарій, що вони будуть частиною Російської Федерації. Але в той же час ми знаємо про економічну, соціальну ситуацію в РФ, яка погіршується з цілої низки чинників. Як ви вважаєте, чи треба би було мешканцям окупованої території в той же час говорити про те, що відбувається в Росії насправді, для того, щоб холодок такий з'явився? Ну, дай Бог, щоб ми самі, чесно говоря, знали, що відбувається в Росії на самом деле. Поэтому это вопрос сложный. Ну, конечно, им нужно объяснять, да. Хотя здесь вопрос, ну, этот немножко нивелируется тем, что там уже тоже не так много сторонников России, как было в 2014 году. Вы правы, сначала хотели крымского варианта, то есть увеличение пенсий, зарплат, как бы, и чтобы бандеровцев не было. Обязательно. Вот, мифических, которых никто не знал, что это такое. И правый сектор. Мы боялись, да, и правый сектор. Все 20 вот. Человек. Сейчас настроения полностью изменились, скажем так. Уже никто не верит в то, что Россия их заберет. Ну, может, не верит какая-то часть, но пусть 20%. Ну, не те пропорции, которые были в начале. Люди разочарованы и в России, и в Украине, к сожалению, разочарованы. Хотя вот, может быть, принятие вот этого законопроекта – это какой-то сигнал все-таки людям, что Украина, скажем, помнит о них и… И что не всех там мы вважаем злочинцами. Да, и что не всех мы там считаем преступниками. Это тоже очень важно. Власне, ви згадали абсолютно цікавий момент з відключенням мобільного зв'язку оператора Vodafone на території окупованій Луганщини. На сьогодні зв'язок вдалося відновити в ДНР. Цього не відбулося. Паралельно з цим зростає кількість абонентів мобільного оператора там, місцевого, цього Фенікс, здається, він називається. Причому в геометричній прогресії зростає кількість абонентів цього оператора. Чи не вбачаєте ви, власне, в цій ситуації ознаки спеціальної операції з боку російських спецслужб, власне, в переділі, можливо, цієї історії? Ви знаєте, я вбачаю взагалі тренд от, на самоізоляцію цих республік, оскільки до цього ну, були відключені всі предыдущі мобільні оператори, ну, Київстар ще в 2014 році, потім в 2017, почали 2017 Лайф відключили. Причем отключили очень интересно, просто у меня знакомый оказался в этой ситуации, так получилось, который мне рассказал, что ремонтная бригада Донецкой железной дороги поехала искать, где же этот порыв связи, и их арестовали и держали в подвале, то есть им не дали починить связь Лайфа. Это очень интересный момент. То есть понятно, что это было организовано. Затем организовали, ну, скажем так, полный контроль над пользователями интернет-сети. Официально причем. Затем выдворили все гуманитарные международные организации оттуда. Потом вот в конце декабря, мы знаем, уже сейчас был опубликован, вернее, не был опубликован, а был принят, а недавно был опубликован указ Захарченко о запрете выезда
работников бюджетных государственных учреждений на территории Украины. Это, ну, я думаю, мы об этом поговорим. Поэтому вот Vodafone, это, да, во-первых, подтверждение вот этого тренда на самоизоляцию от Украины. Ну, я, кстати, еще забыл упомянуть же экономическую блокаду, которую они нам объявили, а не мы им. Знову это знімаєте, важный... значит, з вуст запитання. Якось дивно воно в одну канву лягає. Да, да. Я же говорю, вот последний именно год, да, показал вот этот тренд очень серьезно. И, да, интересный момент, когда оборвался Vodafone, значит, Министерство связи, так называемый ЛНР, до сих пор висит это сообщение, поэтому люди могут проверить, если не верят, написало, что обрыв произошел на территории ДНР. Да, я бачу, затем это они начали, да, рассказывать, что где-то там на территории контролируемой Украины, тем не менее вот это было. И когда в конце концов починили магистральную связь, и в ЛНР она появилась, а в ДНР нет, хотя это один провод, скажем так, то это как раз показывает, что обрыв был не случайный и, собственно, и не обрыв, наверное, да, а желание просто кого-то в Донецке на этом, во-первых, заработать, а во-вторых, вот реализовать все-таки, ну, дальше изолировать людей от Украины. А заработали они очень хорошо, потому что только на протяжении прошлой недели 80 тысяч было продано этих сим-карт. Причем мне интересно, что вот в пятницу в ЛНР появилось, правильно говорить, а в ДНР нет. Знаете почему? Потому что в четверг давал пресс-конференцию их министр, их не так называемый Яценко, министр связи, и сказал, что в понедельник завезут еще 100 тысяч сим-карт для продажи. Ну как же начинать? Вы не беспокойтесь. Да. Так как же начинать сейчас восстанавливать связь, хотя уже можно это сим-карты. Да, если надо продать еще 100 тысяч сим-карт, понимаете? Это а кому належит цей оператор Фені? Ну, он так называемый государственный, но мы же понимаем, что государственного там ничего нет. Он принадлежит, естественно, Захарченко и его окружению. Возможно, Ташкенту, возможно, Яценко какая-то доля, но считается государственным. Вот. Поэтому здесь как раз все понятно. Вот людей обманули фактически и на этом хорошо заработали. Не можна оминути увагою, власне, вами вище згаданий наказ Олександра Захарченка про заборону виїзду з території так званої республіки, я так розумію, всім співробітникам бюджетних підприємств, за винятком пенсіонерам, здається, дозволили виїжджати, тому що все-таки пенсії їм, мабуть, треба тут отримувати. Ви знаєте, от в самому указі було взагалі всім. Та, потім було... Всім запрет. Но... указ уже опубликован, он не был, скажем так, ну, не переиздавался заново, но Захарченко фактически дезавуировал его, потому что когда началось возмущение реально людей тоже, и в социальных сетях жуткий скандал поднялся, я же говорю, вот за 4 года это впервые, вот такое социальное возмущение наблюдается на этой территории, на оккупированной. Когда началась вот эта вот буча, скажем, в соцсетях, Захарченко пришлось давать комментарии. И уже в комментариях он сказал, что только руководители не выезжают, а вот там учителя, там нянечки, там врачи простые, которые не в руководящем составе, и тем более пенсионеры, все могут ездить. А яка була причина, от, на вашу думку, з самого початку в прийнятті цього так званого закону? Ну, они объясняют это тем, что люди выезжают, и их вербуют СБУ и заставляют делать там теракты и все прочее. Кстати, по этой логике получается, что если сейчас руководителя можно ездить, вернее, руководителя нельзя ездить, а всем остальным можно, то, наверное, терактами занимались только руководители ДНРовские. Ну, так получается, логика такая. А на самом деле, я думаю, что да, это вот та же подтверждение, очередной шаг, скажем так, вот этого тренда на самоизоляцию, поскольку самоизоляция от Украины автоматически ведет к интеграции с Россией. И им, лидерам вот этих так называемых республик, очень выгодно привязать себя к России, хотя, может быть, Россия здесь и не 100%, скажем так, за это, но им выгодно привязать себя к России, потому что в случае... Скажем, если Россия все-таки будет искать какие-то возможности вернуть этот регион, она в любом случае будет их искать, эти возможности, то они, скажем, ну, получают возможность манипулировать в какой-то степени Россией тоже. Угу. Да, то есть российская власть тоже становится заложником вот этой ситуации, которую она сама создала, поскольку они имеют возможность влиять на ну, хотя бы альтернативные средства массовой информации в России. Там тоже есть определенная позиция. Да. Вот там целый набор, целый пул, скажем, вот этих интернет-СМИ, которые там то Стрелкова там поддерживают. Раскручивают. Да. То есть вот так называемых националистические, националисты, да, вот эти. Вот, поэтому все вот эта интеграция туда, это дает им определенные ресурсы, возможности, в том числе и для влияния на российскую политику.
Ось ці два прецеденти згадані, власне, з відключенням мобільного оператора Vodafone і з забороною виїзду на територію України, вони викликали абсолютно серйозний резонанс, як ми говоримо, і обурення місцевого населення. Якісь процеси, скажімо, восстання народне проти терористичної окупаційної влади, воно можливо на цих територіях? Я думаю, ні, якщо воно не буде підготовлена Україна і снабжена оружием, соответственно, так, звісно, вряд ли там можливе восстання, але соціальний протест же не обов'язково в восстанні вооруженном, да, или как-то. То есть сейчас есть социальные сети, которые показывают градус напряжения в обществе. И там этот, вот сейчас именно в социальных сетях этот градус был очень высокий. То есть лидеры ДНР, скажем так, поняли, особенно у них же там осенью выборы грядут, глав республики. Да. Они понимают свои риски, скажем так. И они поняли, что лучше не усугублять ситуацию, пошли на попятную фактически. Я думаю, с Vodafone они пойдут на попятную, хотя они выдвинули ряд условий, там, что Vodafone должен платить за электроэнергию напрямую, там, прислать своих специалистов, которых он оттуда забрал. Но я думаю, это затягивание времени, пока вот продадут эти 100 тысяч. Заробляють собі трошки гроші. Да, і как бы вопрос урегулюється, поскольку, ну, він дійсно соціально дуже градусний, скажімо так. Ну, а на восстання, ну, я думаю, здесь не стоит рассчитывать і не нужно, собственно, поскольку это будут только жертвы наших людей беззащитных, в принципе. И причём это ж будуть именно сторонники України, да? То есть сторонники русского мира на восстання не пойдуть. Поэтому власне, ще один кричущий епізод відбувся на контрольно-пропускному пункті Оленівка, де був розстріляний автобус з мирними мешканцями. Одна людина загинула, також є травмовані і постраждалі. Жодних доказів. Власне, дуже цікаво, що сам Захарченко з'явився там відразу на місці події, урочисто розповідав про те, як це місце прострілюється, значить, українськими збройними силами, але в той час, поки він там знаходився, чогось ніхто не вистрілив йому в голову, насправді. Як ви, власне, оцінюєте цей епізод і як він корелює, власне, з тими регуляторними процесами, про які ми говоримо? Ну, смотрите, мені трудно оцінювати, скажімо так, чому стріляли, да? Поскольку это мог быть эксцесс исполнителя, в принципе, была всего одна автоматная очередь. Но вот этот факт, кстати, что ни в одном сообщении ДНР, ЛНР, сепаратистских СМИ, не было указано, из чего стреляли. То есть обстрел и все. И люди сами должны догадаться, то ли это мина, минометный обстрел, то ли это снайпер, да, то ли автомат. И почему они писали, я думаю, именно потому, что это была автоматная очередь. Об этом уже писали люди, ехавшие в этом автобусе в социальных сетях. Это же можно, скажем так, понять по анализу фотографий этого автобуса, который сами же они опубликовали. Расположение этого автобуса, с какой стороны стреляли. И вот если все это анализировать, то понятно, что автоматная очередь так далеко не могла прострелять. Абсолютно, да. Да, то есть с украинского блокпоста это именно могли стрелять ну, свои. Те, кто был ближе, чем украинская сторона к этому автобусу, во-первых. Во-вторых, если бы украинская сторона стреляла, то отверстия пулевые были бы сзади автобуса, они были сбоку. То есть стреляли с территории, контролируемой как раз вот, боевиками. Да. Ну и то, что вы правильно сказали, если Захарченко намекает, что там были снайперы, тут же он туда приезжает, и ни один снайпер его, к сожалению, не застрелил, да, то о чем мы говорим? Ну, это явно либо провокация, либо просто эксцесс исполнителя, какой-нибудь пьяный боевик, там же еще посередине между основными блокпостами нулевки есть блокпост именно ДНРовский. Вот, скорее всего, там что-то произошло, кто-то ну, логично, там, да. Да, выстрелил. И они сейчас это представляют просто как... Причем они, видите, пользуются моментом. Это такая манипуляция циничная, потому что как раз вот сегодня, 22 января, годовщина обстрела в Донецке на Басе, когда был обстрелян автобус, троллейбус, извините, погибло 13 человек. Вот сегодня они проводят митинги и проводят опять, ну, памятные митинги, проводят параллели вот с этим последним обстрелом. И это, конечно, очень, ну, некрасиво. Погоджуюсь з вами абсолютно. Також варто нагадати, що саме 22 січня загинули перші активісти на Євромайдані. Да. І розпочалася активна фаза революції. І Ким Шана, і низький уклін, насправді. Власне,
Підсумовуючи наше сьогоднішнє спілкування, для розуміння того, що відбувається на окупованих територіях, не можемо не згадати про окуповану частину Луганської області, де достатньо гучно відбувся переворот, як його назвали, принаймні заміна одних власне, людей, які за чутками і джерелами наближені до колишніх регіоналів, зокрема до пана Єфремова, в чому, до речі, звинувачували пана Плотницького, що він виставляє колишніх регіоналів на от керівних посадах. Ці самі люди, які прийшли до влади, ще більше посилили вплив колишніх регіоналів, і все затихло. Чи, можливо, я не правий? Що відбувається на окупованій території Луганщини після так званого перевороту? Ну, давайте немножко к перевороту, поскольку я, когда выступал в прошлый раз, вот когда комментировал этот переворот, я говорил, я был уверен, что Плотницкий останется у власти, поскольку я из чего исходил, да? Ну, во-первых, конституция, так называемая, ЛНР, и я не мог предположить, что ее под конкретного человека в один день перепишут просто, вот соберут депутатов, и те же депутаты, которые выступали за Плотницкого, вот в один момент проголосуют за то, чтобы специально под пасечника переписать целую конституцию. Для меня это, ну как, еще не укладывается в голове такая практика вот настолько уже цинично, да, но это происходит. Это во-первых. А во-вторых, я точно знаю, что за Плотницким, скажем так, Плотницкого поддерживал все-таки Сурков. И то, что Плотницкого убрали, вопреки даже, ну, не заявлениям, может быть, не Суркова, а Чеснокова, это близкий к нему политтехнолог, который озвучивал в ходе этого конфликта то, что Плотницкого оставят все-таки. Это говорит о том, что в Москве между там своими башнями, так называемыми, Кремля идет достаточно сильная драка, скажем так. И вот ФСБ, силовики, которые, кстати, напрямую подчиняются МГБ, и ДНР, и ЛНР, вот, они вошли в конфликт с политическим руководством все-таки. Вот с Кремли. Да. Да, и вот это, то есть то, что происходило в Луганске, это как раз вот отражение того, что происходит в Москве. Поэтому, когда говорили о том, что там Захарченко послал кого-то, своих людей, там, и потом объединить Захарченко, там, эти две республики, это абсолютный бред, потому что Захарченко не может послать своих сотрудников, своего МГБ, потому что оно ему тоже не подчиняется. Это напрямую оно подчиняется Москве. И это даже не я говорю, это говорит тот же Ходорковский, да, который сам был руководителем, министром государственной безопасности в ДНР. Да. Это все публично озвучено и есть как бы в интернете на тех же социальных страницах Ходорковского. Поэтому вот, ну, здесь нужно понимать все-таки, откуда ведут ниточки. А что сейчас? Там, вы знаете, насчет людей Ефремова, там кто не придет, все равно будут людей Ефремова сажать, потому что там других людей нет. Вот вся руководящая верхушка, у которой есть управленческий опыт, она, к сожалению, 20 лет была под регионалами, то есть там вот люди Ефремова все. Либо брать кого-то вообще там действительно, ну, нормальных каких-то управленцев хотя бы, да, там, может, из ополченцев тех же. Ну, только кому же они нужны, ополченцы? Они же, кто-то же идейно там воевал, да, и они не придут туда, видят, как там все деребанится и воруется, они там, ну, не смогут. И, а не дай бог, еще и говорить начнут, да, о том, что там происходит. Поэтому там скамейка, скажем, кадровая запасных очень короткая. Не дуже велика. Така собі команда і такий собі склад запасних, м'яко кажучи. Так, як не тасує, все равно одні і ті ж карти. Да, на манежі все те же. Тобто, підсумовуючи блок з цим переворотом, ми говоримо про те, що в Росії посилюються силовики. В Росії посилюються силовики. И это плохо, и это видно не только по Луганску, это видно хотя бы потому, что в этом году, в 2018, в российском бюджете 52% отведено на силовой блок. То есть консервационный сценарий. Это армия, это всякие ФСБ, там, МЧС и все прочее. Но 52% это фактически бюджет воюющей страны, чтобы мы понимали. Поэтому это нужно учитывать и понимать реальную опасность. Тобто, власне, на сам кінець хотілося б почути вашу думку з приводу можливих трансформацій, про які говорять самі Російській Федерації. Оці розмови про демократичний транзит, про лібералізацію режиму в контексті посилення бюджету силовиків аж до 52%, вони як виглядають, ці всі розмови? Честно говоря, это настолько все несерьезно сейчас, что я даже не воспринимаю всерьез вот эти разговоры. Никакой либерализации пока Путин там есть и быть не может. И даже не потому, что Путин плохой, а потому что он тоже зависит, да, от своего окружения. Окружение, да, вот показательные вот эти факты и с Луганском, и с бюджетом, с увеличением военной его части, что
Путина контролируют тоже силовики. Никуда он от этого не денется. Он и вышел из КГБ, да, и остался в ФСБ. И бывших ФСБшников и КГБшников не бывает. Не бывает. Да, поэтому это, ну, как бы не нужно питать никаких иллюзий. Пока Путин жив, по крайней мере. А я честно скажу, даже скажу, пока Россия как имперское государство не развалится и не станет просто демократической Россией, никаких изменений, никакой либерализации не будет, потому что любая демократизация России, она разрушит империю, и они это прекрасно понимают. И это уже было видно в 90-х годах, когда началась демократизация, и посыпались Чечня, Татарстан, да. Сибирь заговорила о независимости. Поэтому... И війна в Чечні – це громадянська була війна, насправді, з точки зору права. Какая еще? Естественно, да, там же не было внешних игроков. Поэтому никаких надежд на либерализацию имперской России быть не может. Власне, перефразовуючи відоме прислів'я, хороший агент КДБ мертвий, агент КДБ, на цьому наш ефір добігає кінця. З нами сьогодні був Сергій Ярмаш. Я дякую за цікаву і конструктивну розмову. Бачу, що Молдова пред'явить Росії рахунок на мільярди доларів за окупацію Придністров'я. Про ці та інші хороші новини ми говоритимемо в наступних наших ефірах. Залишайтесь з нами. Це був вечірній тепловізор. І ми щовечора несемо тепло в ваші оселі. На все добре. Тримайтесь.